Опасность нависла над жителями аула Псыш. Оползни и обвалы земли угрожают нескольким жилым домам. Уже пострадало имущество, хозпостройки и домашний скот. В зоне бедствия сегодня побывала Альбина Ламкова. Надеясь только на удачу, можно сделать шаг в этом месте. Обвал земли продолжается. Она уходит буквально из-под ног. Мы отойдем немного, чтобы, не дай бог, не случилось несчастье. От обвала пострадало 4 участка. Ранее берега укрепительные работы проводились только с правой стороны. Левую часть оставили без внимания, говорят пострадавшие. У нас катастрофа была. Мы были все в шоке. Не знали, куда детей девать. Все плачут, все орут. Где нам жить? Зима на носу. Помогите нам. Действительно, скоро холод. Необходимо собственное, а главное – безопасное жилье, говорит Аруджан Муталибовна. В доме 4 маленьких детей, ее внуки. И им, конечно, нужны условия проживания. Я боюсь за будущее моих детей и свое будущее, родителей. Нам сразу сказали эвакуироваться. День, два, три мы побудем, но дальше пребывание у родственников мы не можем. Идти нам некуда. Люди строили дома, вели хозяйство на протяжении долгих лет. И в буквальном смысле они оказались на краю обрыва. В одночасье потеряли уже часть имущества. Есть вероятность лишиться и остального. Это сложно принять, говорит Арсен Кинжикулов. Обывали, сообщили соседи. Приехав домой, ужаснулся. Сарай длиной 22 метра, большой сеновал, скотина и птица провалились в огромный овраг. Из крупного рогатого скота спасли одного бычка. Его вытащили с помощью крана. Вес животного 500 килограммов. Как и люди, он испытал стресс. Все время мучит. Когда под тобой земля уходит, как назвать можно? То есть катастрофа, значит. Начать стройку, да, например, да. И здесь стоящих никто не осилит это. Арсену Кинжикулову сложно строиться, как и его соседям, из-за дорогих строительных материалов. Еще и не молод, говорит. Да и сына нет рядом, признается пострадавший. Он на СВО. В СВО с первых дней. Они первыми зашли туда. Он служит в таких войсках, что и название говорить не могу я вам сказать, такое секретные войска, так что имеет ордена, медали. Одним из первых на место происшествия прибыл глава псышского сельского поселения Мурат Табулов. Он сделал необходимые фотографии, оценил ситуацию. Люди в письменной форме изложили о своей беде. Сообщения переданы в район, в ГОЧС республики, которые, в свою очередь, выехали на место оползня, чтобы оценить ситуацию. Это геологи, которые приехали. Также они провели обследование, осмотр участков со всех домовладений. И как отметили в администрации Абадинского района, необходимые меры для разрешения проблемы пострадавших уже предпринимаются. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести, Карчаево-Черкесия, Абадинский район.